ты точно справишься? Спокойно. Если мымра объявится, ты в сортире. Санчасти. Один черт по носу. Она поверит. Спасибо. Вот. Вот где она несправедливость. Кому-то девчонки, а кому-то только спасибо. Ладно, все. Чеши к своему колхозному Ромео. С меня причитается. Вернусь, спроси, что хочешь. Ты делаешь с тем газету? Договорились. Ну-ну. Спим, значит. Что-то слишком тихо мы спим. Не верю. Значит так, пионеры. Есть шанс договориться полюбовно. Но при этом ни одного звука. И чтобы потом сразу спать. По рукам? Можно про лошадиную голову и автобус с черной шторкой. Отправила мама девочку в самый дальний магазин. И наказала ей, чтобы та никогда не садилась в автобус с черными шторками. Девочка устала ждать и села в автобус. Там было полным-полно народу. Ехали долго-долго по неизвестной дороге. Вдруг впереди темный туннель. Водитель оборачивается и как засмеется. А у него голова не человеческая, а лошадиная. Девочка первая это увидела и как закричит. Но уже было поздно. Автобус въехал в туннель, а когда выехал, то все уже были мертвы. И головы у них отрезанные. Не понял. Я видела его. Кого? Я видел его. Кого его-то? Понимаешь? Это все правда. Что? Все. Про зеленые глаза, про красные перчатки, про автобус со шторками. Все правда. Ты еще скажи про гроб на колесиках. И про гроб тоже. А чем докажешь? Я сегодня сам видел. Вожатую нашу, и ее парня, и лошадиную голову. Ту самую? Да ладно! Я знала, что ты не поверишь. Они еще в лесу. Хочешь, я покажу их тебе первому? Нет, ты это лучше не надо. Ну не хочешь, не надо. Вообще-то... Ему нравится, когда на него смотрят. Здрасте, меня зовут Егор. Я из Твери, мне 21 год. Сейчас живу в Москве, работаю в ночном клубе. Ну и что вы умеете? Я? А что надо? Я поступала в МИСИФ в прошлом году, но не набрала 2 балла. Я занимаюсь переводами с английского языка, еще пишу роман. Это фэнтези. Ну, скажем так, я системный программист, хороший. Хотя некоторые называют это хакерством. Вообще я актер.
Я снимался в последнем фильме у Тарковского. Ой, Тодоровского. В эпизоде. Меня вырезали потом. Здравствуйте. Меня зовут Яна. А что вы умеете? А разве нужно что-то уметь? Я могу перемножать в голове трехзначные числа и еще играю на валторне. Я умею все. Абсолютно. Я могу петь, танцевать. У меня есть разряд по художественной гимнастике. Что еще? Ну, я общительная, фотогеничная. В общем, я вам, кажется, подойду. А чего вы ждете от этого проекта? Да это же круто. Мои подружки просто офигеют, когда увидят меня по телеку. Да ничего не жду. Выигрыш выиграть хочу. Мне кажется, это должно быть интересно. Я хочу быть лучше. Ну, наверное, как все, себя показать. Я не знаю, что говорить. Может, еще чему-нибудь научусь? Ну, просто хочу участвовать. Мне, к начинающему актеру, хотелось бы помелькать на экране. Заработать немного денег для начала. Как дела, девчонка? У меня все так же. Эй, классно выглядишь, стало красивее даже. Давно тебя не видел, недавно вспоминал, когда листал альбом, который с тех времен не открывал. А я тебя сначала даже не узнал, не ожидал, что встречу так пройду и не замечу. Откуда в этот поздний вечер, может проводить до дома? Эти места мне хорошо знакомы. Ты знаешь, что сейчас все будет хорошо. Ты знаешь, что завтра все будет хорошо. Ты знаешь, что потом все будет хорошо. Ты знаешь, что всегда все будет хорошо. Ты знаешь, что сейчас все будет хорошо. Ты знаешь, что завтра все будет хорошо. Ты знаешь, что потом все будет хорошо. Все будет, знаешь, что всегда все будет хорошо. Ты говоришь, я стал жестоким. Это не ты говоришь. Ну и гадюшник. Тут что, раньше тюрьма была? Пионерский лагерь. Чего? Ну что, строим в галстуках и с песней. Жуть какая вообще. Слушайте, они нас точно везут куда нужно? Эти огни давно погасли, у всех свой путь, ты и сама понимаешь. Ничего нельзя вернуть, но не забудь, как солнце светило на путь. Начинайте без меня, я быстренько. Слышь, командир, а дальше-то что? Это на всех радиомикрофоны. А мобильники сдаем. А мне могут звонить. А кому не могут? Мне по работе, я резюме отправила. Теперь твое резюме здесь. Расслабься. Выиграешь миллион, зачем тебе эта работа? Надь. 9. Кто не сдал? Возьмите задний карманчик. Можешь помочь? Ну что, мы хотели шоу? Мы его получили. А ты крутой чувак, я смотрю. Ты о чем? Да так, о жизни. Если тебя не выгонят, подальше мне зажигалку. Ты охренел?
Это моя последняя пачка. Ты договор читал? Мы не должны курить в кадре. Почему? У нас дети будут смотреть. Мальчики и девочки, добро пожаловать на шоу. Сейчас все должны включить радиомикрофон. Ау! Нас кто-нибудь слышит? Или как нас тут? Я уже снимаю, да? Может, что-то посмотреть, потому что там не знаете, когда у вас парни будут, да? Что, сложать ли я? Ну, я есть, потому что 3 часа ничего не делаю. Держи. Осталось только твой. Ты знаешь, как включается? Разберусь как-нибудь. А, отлично. Слышь, Янка. Не веди себя как последняя дура. Тебя же вышибут на первом голосовании. Кому нужна твоя кислая рожа? Я же все же рассчитал. Выигрыш почти наш. Главное, делай то, что я тебе скажу. И помни, мне очень нужны эти деньги. Без них мне хана. Будь умницей. Ну что, все в порядке? Отлично. А, кстати, меня Саша зовут. Яна. Очень приятно. Мальчики и девочки, через полчаса вы должны собраться на волейбольной площадке. Напоминаю, что ваши микрофоны должны быть включены постоянно. Это одно из условий нашего шоу. За вами все время наблюдают 50 видеокамер. Вы практически всегда находитесь в кадре. Подъем, красавица! Что стряслось? Дети прибыли. Они должны были прибыть 2 часа назад. Я уже здесь полдня торчу. Мне надо принять душ. Дети уже ждут. Подождут, не развалятся. У них вся жизнь впереди. Паршиво выглядишь. Да пошел ты. Тоже снимают, да? Снимают? Ну, это же генеральный прогон. Типа репетиции, понятно? Простите, нам режиссер сказал, что... Вот этот вот? Я вам скажу, знаете, что по секрету? Он, конечно, парень хороший и шоу снимает замечательное, но с головой не дружит наш режиссер. Скажите, пожалуйста, когда нас будут кормить все-таки, а? А это сюрприз. Наш шоу сюрпризов. Может, будут, а может, нет. Как думаешь, на сиськи вставляла? Еще как. Простите. А теперь внимание. Меня попросили прорепетировать с вами, чтобы никто не шугался камер, чтобы все знали свое место и чтобы во время съемок не было никакой лажи. Но ведь это реалити. Мой мальчик, любое реалити отрепетировано от начала до конца. Ну а как же победитель? А победитель, деточка, это единственное исключение из правил. Эй, на базе, как нас видно?
Лучше не придумаешь. Мы начинаем? Как скажешь. Я уже давно начал. Мы начинаем наше реалити-шоу. Несколько недель 10 участников проведут в заброшенном пионерском лагере, стены которого до сих пор хранят атмосферу пионерских линеек, детских страшилок и звуков горна перед отбоем. Кто из наших героев наиболее удачно впишется в этот необычный антураж? Кто из них выиграет главный приз – 1 миллион рублей? Миллион один, а игроков 10. Кому он достанется, решать не вам, решать им. Ну, давайте. Что? Ну, голосуйте. Как? Да как угодно, блин, это же репетиция. А репетиция? То есть можно просто делать вид, что мы голосуем? Вы должны голосовать, как будто все по-настоящему. Еще вопросы есть? Ну, отличненько, тогда погнали. Да без проблем. Я против этого Пугова. Почему против меня? Не люблю панков. Я не панк, я гот. Одна хрень. Короче, я против него. А я еще не решила. Может, против него? Ну, пупсик, давай, дерзай. А я тоже против него. Че, не прикалывают нормальные мужики? Я думаю, уйти должна Яна. Что? Слишком кислая. Пусть сам проваливает, я против него. Да хватит вам. Хотите, голосуйте против меня. Можно, да? Да не вопрос. Как благородно. Спасибо. А я против Федора. Так, следующий ты. А я еще не... Ну, тогда я тоже. Федор. Ну, и я против себя. А я против этого ковбоя. Так. Теперь выбор за тобой. Федор. Итак, все проголосовали, и большинство, как я понимаю, против Федора. Дело сделано. Всем спасибо. Не расстраивайся, зайчик. Это всего лишь репетиция. Эй, на базе все окей? Меня кто-нибудь слышит? Вот говнюк, а? Пока наш режиссер пошел отлить, пусть сюда. Тех, кого вышибают на голосование, идут вон на ту камеру. Да? Вперед! А как? Красиво. А. Провожаем, провожаем, давайте его. Молодцы! Всем пиз. Руководство канала пока воздерживается от комментариев. Официально было объявлено, что шоу снято с эфира по техническим причинам. Ну, а где дети? Послушайте, детей здесь нет. А по поводу этого эфира я хочу официально сделать заявление. Ну? Мы не...
ничего не знаем. Мы сами приехали сюда позавчера, и нам сказали, что премьер-шоу откладывается на неделю. Совершенно верно. Мы приехали, все подключили, проверили. И вдруг этот эфир. Мы даже выехать никуда не могли. Эти чертовы ворота. Все? Да, все. Хорошо, что вы приехали. А кто-нибудь знает, что с ним? Эй, чувак, может, хватит? Это было круто, мы чуть не обосрались. Это кровь. Этого не может быть. Так не бывает. Какая кровь? Настоящая. Это что, тоже, блин, репетиция, а? Ребят, я сама ничего не понимаю. Это уже не было в сценарии. А что ты вообще понимаешь? Что ты вообще понимаешь? Ну что ты стоишь, как отмороженный? Давай, вызывай своего режиссера! Эй, вы! Вы здесь своим долбанным шоу парня нас и грохнули! Скажите, где сидит режиссер? Где охрана? Да что ты молчишь? Слышь, выводи нас отсюда к чертовой матери! Ты меня слышишь? Он тебя слышит! Успокойся. Надо идти к воротам. Ребят, это наш водитель. Что же теперь будет? Денег точно не будет. Какие в жопу деньги? Там за забором долбанный маньяк! Он уже крокнул одного из нас! Отрезал голову водили! Что дальше? Они долго ехали в автобусе с черными шторками. Уже начали волноваться. И вдруг водитель поворачивает голову. А голова-то у него не человеческая, а лошадиная, страшная. А вместо ног копыта. Шиза. Читай дальше. Девочка первая его узнала. И как закричит, но уже поздно было. Автобус въехал в тоннель. А когда выехал, то все были уже мертвые. А головы у них были... отрезаны. Это все?
И что эта хрень должна означать? А? Понятия не имею. Бред какой-то. Нам нельзя долго оставаться на одном месте. Пойдемте отсюда. А вдруг это послание? Какое еще послание? Ну, я не уверен. Просто, если кто-то нам подбросил голову, значит, он хотел, чтобы мы нашли эту записку. Автобус со шторками. Мы же в нем приехали. Так это что, про нас? Ну, голова отрезана. Ну, а как же Федор? Его-то голова была на месте. И водитель, тут написано, что он убийца, а у нас труп. Ну, я не знаю, я просто предположил. Ну, если не знаешь, тогда заткнись. Я знаю. Я вообще ни хера не понимаю. Что непонятно? Автобус с черными шторками – это детская страшилка. Ну и? Ну и все. Их рассказывали в пионерлагерях после отбоя. Зачем? Чтобы страшнее было, зачем? Говори. Гроб на колесиках, красная пианино. Еще была машина с номером ССД. А это что значит? Это значит смерть советским детям. Откуда ты все это знаешь? Мне отец рассказывал. Я просто не понимаю, мы-то здесь при чем? Еще была страшилка. Называлась «Дверь с глазком». Мама наказала мальчика и закрыла его дома одного. Она приказала ему не смотреть в этот глазок. А он не послушался и посмотрел. Оттуда штырь. Он пробил мальчику голову. Федор. Его наказали голосованием. Мама. Мама это как бы Алиса. Какая тебе нахрен мама? Штырь это стрела. Все сходится. Браво. Очень занятно. Особенно про смерть советским детям. Я такого не слышал. Надо будет запомнить. Что тебе от нас нужно? Ничего нового. Вы ведь пришли на шоу. И я хочу, чтобы шоу продолжалось. Вы ведь его знаете, но скажите, чтобы он прекратил. Мальчики и девочки, правила игры меняются. Теперь я сам буду выбирать слабейших. Для каждого из вас у меня припасена особенная история. Послушай меня, это Алиса. Может быть, у тебя там на картинке все и в порядке, а у нас тут, между прочим, два трупа настоящих, блин. Может быть, милицию вызовешь? Ты закончила? Закончила. Для тебя у меня тоже есть история. Хочешь послушать ее первой? Мы не будем играть в твои игры! А если я скажу, что победитель останется в живых? Один шанс из 10 – это все-таки шанс. Условие одно – нужно дожить до утра. Ребята, мы не должны его слушать, он просто хочет нас запугать. Но в конце концов, он один, нас много. Что если нет? Если он не один, мы же не знаем, кто там за забором. Мне насрать, кто там за забором. Больше он не услышит от меня ни слова. Давайте. Снимайте! Место в лагере. Здесь лабораторная комната для ведущих меня и моего напарника. Есть коридорная, костюмерная, душ. А там что? А там какой-то столовый склад, я не знаю. Ну, а мы что здесь делаем? У меня в комнате остался мобильник. Чё стоим? Пошли. Бля, всё нормально, нормально. Я... Он же был здесь. Одна девушка.
девочка стала убираться в доме. И вдруг радио ей говорит: «Девочка, девочка, гроб на колесиках ищет твой город. Девочка все не прячется». Радио опять. Водитель был за рулем девочка, автобуса девочка. Со шторками. Федора, по-видимому, наказала какая-то мама. Кто-нибудь из вас знает что-нибудь про гробы там, про радио, а? Радио снова. А ты у этого спроси. Девочка, он у нас главный спец по посланиям. А, умник! Кого следующего мочить будут? Я не знаю. В общем так, надо осмотреть помещение. Разобьемся на группы. По одному не ходить. Найдете, где вооружиться, вооружайтесь. Девочка, а если что, орите как можно громче. Девочка, девочка, гроб на колесиках ищет твою квартиру. Девочка не прячется. Гроб на колесиках уже у тебя за спиной. Девочка не спряталась. Гроб ее и убил. Убил. Повесил на крюк и поставил под нее таз, чтобы кровь стекала. Ты никому не расскажешь. Что? У меня в детстве был велосипед. Немецкий большой такой. У нас в городе ни у кого такого больше не было. И еле до педали доставала. Маленькая такая. На таком большом велике. Ты зачем мне это рассказываешь? Я не думаю, что он знает. Он не может знать. Чего? Меня мальчишки дразнили. Гроб на Эй, ты чего, Ленка? Ты чего? Не надо, успокойся. Он нас здесь уже не достанет. Я хочу домой. Все будет нормально. Не понимаешь, ты ничего не понимаешь, Саша. Главное, мы живы. Ну ты же знаешь, твой раздолбай выпутается из любой истории. Почему ты меня никогда не слушаешь? Почему ты меня никогда не слушаешь? Яна, ну кто же знал, что все так получится? Ну ничего, ну, переживем как-нибудь. Переживем, да? Переживем? Ты что, не слышал? Он сказал, что оставит живых только одного. Это или ты, или я, это в лучшем случае. Давай я что-нибудь придумаю. Ты что так смотришь? Я не понимаю. Чего? Ты ребенок или ты дурак? Да, конечно, дурак, а кто же еще? Ну, только знай, дуракам обычно везет. Да, и у дураков обычно дураки рождаются. Это точно.
Мне нужно в туалет. Проводишь? Они здесь устроились. Может, перекусим, а? Мне сейчас кусок горла не полезет. Ну вы что, мы уже с утра не жравшие. Ну тогда надо остальных позвать. Это как-то нечестно получается. Забудь так звать. Последний, что ли? Может, даму вперед пропустишь? Я... Там Даша. А. Thank you.
Тихо, успокойся. Что это с ней? Она что, умерла? Чего она ела? Да. На кухне. Здесь мы обнаружили следы крови. Кто-то тщательно все затер. Похоже, накапало сверху. Девочка съела это печенье, у нее сначала заболел живот. Ее отвезли к врачу. Девочке сделали операцию, вытащили из живота синий ноготь. Но она все равно умерла. Ублюдок! Про это тебе батя ничего не рассказывал? Сказала, что ее так дразнили в детстве. Откуда он мог знать? Что он вообще про нас знает? Почему он выбрал именно нас? Об этом вы не думали? У одной девочки папа работал мясником. Почему опять девочка? Вот однажды, почему он убивает только девочку? Когда девочка была... Заткнись! Ура! Заткнись! А ты не думал, что когда мы его слышим, мы хотя бы знаем, что от него можно ожидать? Правила уродские, но это хотя бы правила. А теперь мы не знаем, что нам ждать. Да мне насрать. Я знаю продолжение этой истории. Потом он отвел девочку в сарай. Сарай запер. И поджег. Зачем? История такая. Детский шашлык называется. Быстро все на улицу. Засекут камеры, он будет знать, где мы. Все здесь? А? Алисы нет. Странно. Значит так, сейчас дружно бегом до собора, как можно быстрее, не останавливайтесь. Мы с Егором попытаемся перелезть на ту сторону. Если все будет в порядке, откроем ворота, ясно? А с каких пор ты решаешь, что нам делать, а? Ты против? Там ток. Я не хочу, чтобы командовал не пойми кто. Ты что, правда думаешь, что здесь самый крутой, да? Нет. Самый крутой здесь ты. Но командовать буду я. Стой! Чего тебе надо? Ты хочешь выяснить, кто из вас тут круче? Я тебе скажу, он! Он нам всем кишки выпустит и глазом не моргнет. Ты этого хочешь, да? Давайте, ребят, побежали. Я туда не пойду. Там собаки. Какие собаки? Он ничего не говорил про собак. Назад все! К корпусу!
Алиса, беги! 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 Алиса! Там, давай назад! Беги, Алиса! Сюда! Сейчас туда! Быстрее! 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 Кажется, ушли. Здоровые суки. Никого не цапнуло. Все в порядке? Там Настя. Что? Черт! Это же другая история. Они просто начинались похожи. Там тоже был мясник, но он никого не поджигал. Он просто кормил собак человеческим мясом. Если бы мы до конца дослушали этот хренов динамик, то никуда бы не пошли. Она все была бы жива. Это все ты! Это ты ее убил! Из-за тебя она погибла! Хватит! Успокойся! Никто из нас ее не убивал! Вы что, вообще не поняли? На месте Федора мог оказаться любой из нас! Проголосовали бы по-другому, и все! Водитель погиб, потому что он свидетель! Печенье, да кто угодно мог сожрать его! И собаки тоже не разбирали, кто перед ними, мальчик или девочка! Это безумие! Вы что думаете, он оставит кого-то в живых? Кто-то еще надеется стать победителем? Это безумие! Так значит, нет никакого послания. Послание только одно. Он убьет нас всех. Эй, вы там. Может, хватит шушукаться? Нам тоже интересно послушать. Это тот самый микрофон. Сигнал пропускается в компьютере через модулятор голоса и на выходе становится неузнаваемым. Через такую штуку кто угодно может говорить, один хрен не разберет. Даже женщина? Даже ребенок. Зачем? Модулятор? Ну, это не мы придумали, это используется во многих реалити-шоу. Ну, это как вам объяснить? Это голос свыше. Большой брат следит за тобой. Понимаете? Нет. Ну, это своего рода... Вам никогда не хотелось убить человека? Отведи его к остальным. Что у тебя еще? Мы тут кое-что проверили, Сергей Андреевич. Сопоставили показания охранников, в компьютере покопались и... Плохие новости получаются. Передача, которую все видели по телевизору, могла быть снята только в один день, когда на площадке никого не было, а техника была уже готова к началу съемок. И этот день приходится на прошлый понедельник. Что охрана? Ну, пришлось поднажать, и они раскололись. В этот день они все спали как убитые, а точнее как усыпленные. Они ничего не помнят. Надо взять анализ крови и все хорошо проверить. Если представить, что это был газ или снотворный, то все... Значит, по-твоему, получается, что кто-то усыпил охрану, вызвал ведущую, привез десяток детей и устроил перед камерами кровавую бойню. Если съемка была неделю назад, значит, мы опоздали ровно 7 дней. Хреново.
Вот весь расклад. Я хакнул с этого счета какие-то сраные $120. Просто раздал долги. А потом пришли два типа. В общем, оказалось, что я кинул бандитов. Меня поставили на бабки. 10 штук вместо $120. Ну и кинул бы кого-нибудь еще. Тебя же раз плюнуть. А я Янке обещал завязать. Тут и подвернулось шоу. Я подумал, выиграть 1 000 000 – это... Не воровство, да? Да. На сайте телекомпании я нашел мыло продюсера. У него в компе хранился список участников с паспортными данными. Ну, я кое-что поменял местами. Вот и все. Ну да, 2 голоса из 10. Если что, девочка пошушукается с девочками, а мальчик с мальчиками. Глядишь, и до 1 000 000 недалеко. Только теперь это не имеет никакого значения. Такие вот дела. Меня из универа поперли. Может, на академку переделаешь? Мальчики и девочки, хочу сообщить вам, что наступил новый этап нашего шоу. Теперь вы сами будете выбирать того, кто должен умереть. У каждого из вас появляется возможность влиять на ход игры. Но только один, используя этот шанс, в итоге окажется победителем. Недавно вы отрепетировали голосование, и у вас все очень хорошо и быстро получилось. Так что, думаю, 5 минут вам хватит. Отлично. Время пошло. Ты пошел. Я не собираюсь играть по его правилам. Этот ублюдок понял, что ему до нас не добраться. Теперь хочешь, чтобы мы тут сами друг другу глотки перегрызли? Хрен. Не дождется. По крайней мере, от меня. Правильно. Если бы он мог убивать, то убивал бы, не спрашивая. А вы думаете, он остановится? Перестанет убивать? Что-то я слабо в это верю. Может, нам стоит подумать над его предложением? Чего? Нет, давайте спокойно все взвесим. Если он блефует, наше голосование ничего не изменит. То есть, если мы нормально забаррикадировались, он нас не достанет, нам остается только ждать помощи, так? Ну и что дальше? Ты уже все просчитал? Да? Второй вариант. Если он не блефует, тогда наше голосование действительно может изменить итог. Игры, да? По-твоему, это тоже игра? Ну, давай поиграем. По его правилам. Давай проголосуем против твоей девки. Я против Яны. Кто-нибудь еще? Ну, давайте. Давайте, голосуйте. Или вы будете ждать, пока они нас тут всех по очереди сольют? Если выберете меня, убьете сразу 2. Как это? Я беременна. Ага, конечно. Офигительно придумала. Господи, как же вы мне все противны. Посмотрите на себя, вы же чудовище. Животное. Вы же глотки друг друга перегрызете ради того, чтобы попасть в этот чертов телевизор. Чтобы страна потом заливалась соплями и слезами. Боже, какие...
Милые ребята, новые звезды. Что? Хочется, чтобы узнавали на улицах, в магазинах, да? Да вы же никто. Вы ничто. Среди вас нет ни одного нормального человека. Потому что нормальных всех отсеивают на этих гребаных кастингах. Нормальные никому не интересны. Нормальные рейтингов не делают. И все ищут таких выродков, как вы. Вы посмотрите на себя. Один все просчитывает, другая беременность прикрывается. А ты? Ты что с собой сотворил? Ты не человек. Ты существо. Ты фрик. Таких нужно уничтожать. Я против тебя. Слышишь ты? Я против тебя. Еще кто-то проголосует против этого выродка. Вы чего? Не надо. Не надо. Не надо. Да. Да она. Да они вместе все придумали. Эту беременность. Вы что, им верите? Ну? Алекс. Я правда-правда очень хорошо к тебе отношусь. Ты не существо, ты человек. Ну. Надо выбирать. Прости. Я думаю, что дальнейшее голосование бессмысленно. Четверо семи выбрали Гота. Пожалуйста, остановитесь. Пожалуйста. Что вы делаете? Мы не должны. Не должны. Он может быть, и убьет нас всех. Но нельзя же самим. А? Что вы делаете? Это страшно. Страшно. Машина. Где-то. Это же наш продюсер. Куда? Его же сейчас грохнут. Эй! Стой! Может, рвануть до машины? Давай вперед, герой! Он живой, смотрите, он живой! К нам! Идите к нам! Давайте! К нам! Надо его открыть быстро! Слава Богу, успели! Вы его видели? А? Вы его видели? Вы видели того, кто на вас напал? Кого? Что у вас здесь происходит? А? Кирилл, я... Это мой последний проект. Я завязываю с телевизором. Подожди, подожди. Ты что думаешь, это я? А? Ты не ты, какая разница? Я страшный, Кирилл, я жить хочу.
Я вообще не понимаю, что происходит. Я... У вас вообще здесь никого не должно было быть. Все должны были приехать только завтра, понимаешь? Я просто приехал проверить. Ночь. Да, ночь. Ночь. У меня дача 5 километров отсюда. Я часто сюда приезжаю. А ворота? Что ворота? Ворота должны всегда открывать охранники. А сегодня они были открыты. А что с охраной? Да откуда я знаю, что с охранниками? Я поэтому и заехал, чтобы разобраться и навести порядок. Чего вы на нас орете? Послушайте, у нас тут 5 трупов. Может, они и сейчас открыты? Кто? Ворота. Ну, я не знаю, ну, наверное. А я считаю, что нужно идти к воротам, раз они открыты. Ну там же собаки. Ну и что, мы двух собак не замочим, что ли? Не, ребята, собаки, собака, на меня напал человек. У вас есть мобильный? Мобильный, да. Только он в машине. Нет, даже не думайте! Нам нельзя рисковать. Завтра все приедут, нам надо дождаться утра. Ну что ж, тогда будем дежурить по очереди. Эй, вставай. Твоя хотел умирать. Ну что вы на меня так смотрите? Вы сами его выбрали. Свяжите меня, что ли? История у этой лесной поляны такая, что мало не покажется. Ребята подняли архив, и там, в общем, полный беспредел. В 84-м году здесь появился маньяк. Федотов. Слыхали, может? Одинцовский потрошитель. Да. Во время Олимпиады он сбежал из психушки. 4 года не могли поймать. В общем, угробил
26 человек. Мужчины, женщины, ему все было безразлично. Серпом голову отрезал. Прикидывался психом, типа там он кого-то видит. То ли бога, то ли дьявола. В общем, он ему говорил, а Федотов убивал. И как раз в этом лесу, в 84-м году, он убил парня и девушку. Девушка как раз работала пионервожатой в этом лагере. И это еще не все. Самого Федотова тоже нашли мертвым, с серпом, воткнутым прямо в сердце. И, по мнению специалиста, он даже не сопротивлялся. Одно сердце живое, другое мертвое. В каком смысле? В переносном. Зачем? А ты не поймешь. А вдруг? Ему нравится играть. С кем? С людьми. Ублюдок! Сука! Ключи, ключи. Есть. Че, съел, урод? Сейчас мы пойдем в твою тачку. Тебя пихнем в багажник и сдадим ментам. Понял? Там и посмеешься. Что, даже не узнаете, что стало со свиньей? Какой еще свиньей? Это была удивительная свинья. У нее было целых два сердца. Одно живое, а одно мертвое. Одна бедная семья украла ее и съела. Это твои истории. Это не мои. Это его. Заткнись! Бедная семья просто не знала, что у свиньи было целых два сердца. Одно из них, то, что было мертвым, съел сын. А на утро у него выросли пятачок и голыки. А вечером он вышел и сожрал весь город. Он и вас сожрет. Его сейчас убью нахер. Стоп! Я же сказал, что вы ни хрена не поймете. Для вас же это просто сказки. Что мы должны понять? Съел сердце, отдал душу. Мне же нужен был помощник, чтобы руководить вами. Ведь кто-то же должен был открыть окно, чтобы я смог в него влезть. Толкнул одну бедную девочку, ее разорвали собаки. Ведь она была дочерью моего лучшего друга. Разбить все камеры еще не значит лишить меня глаз. Мне нужен был один из вас, чтобы его план удался. Мертвое сердце. Это что? Новая страшилка, да? Нет, на сей раз нет. Но она была ему не пара. Она работала на телевидении, он был простой мальчик. Он сходил с ума, резал себе вены. Он почти умер. Но его спасли. Зачем? Видно, такова судьба. Про него даже сняли документальный фильм. Исследование подросткового суицида. Да ты что? Этот мальчик. Да нет. Когда я был маленьким, таких фильмов не снимали. Я увидел этого мальчика на нашем кастинге. Я пообещал ему все, о чем он мечтал. И он мне поверил. И не прогадал. Ведь это так просто. Надо лишь сильно хотеть и верить. Или знать, кому заложить душу. Сколько?
скоро он тоже умрет. Но пока он этого не знает, он король мира. Не скучайте тут без меня. Я скоро вернусь. Не надо! Признайся, ты ведь хочешь меня? Хочет вся страна, а ты хочешь только меня. Пожалуйста, не надо! Да нет, хуже здесь. Если раз через яму можно пролезть. Давай, давай. Это Люся. Не ходи туда. Не ходи. Она жива. Она сейчас жива, через 5 минут. Ты ничем не поможешь, Саша. Пожалуйста. Нет, ты уже не спасешь ее, пожалуйста. Не ходи туда, пожалуйста. Я бегом. Нет, нет. Пожалуйста, вернись. Только, пожалуйста, вернись, Саша. Так, 10 участников, плюс ведущая, плюс водитель. Получается 12. Мохин. А? Почему их только 10? Зачем ты меня обманула? Не надо! Не бей! Мне больно!
больше. У меня очень болит. Такая история больше похожа на еще одну страшилку. Думаешь, я тогда испугался? Не, наверное, я уже понимал, что оказалось там не случайно. Я тогда впервые увидел его. Сначала я думал, что это просто вспышка молнии. Но человек в маске мне все объяснит. Теперь будет легко. Подъем. Шоу еще не закончилось. Думаете, что все это сказки? Сказок больше нет. Будете умирать по-настоящему. Ты никуда не денешься! Никуда! Он найдет тебя! Найдет! Потому что теперь он выбрал тебя!
Вот так и они с ней следовали. Да! Что? Все, это все. Я не могу больше говорить. Да, давай, работай, работай. У меня адвокат на другой линии. Давай. Да, Петя. Что? Что? Петя, подожди. Подожди. Петечка, скажи мне, пожалуйста, мы действительно в полной жопе? Руководство канала пока воздерживается от комментариев. Официально было объявлено, что шоу снято с эфира по техническим причинам. Только что нам стало известно, что в пионерский лагерь, где проходили съемки реалити-шоу, выехала оперативная группа. Также туда направлен отряд ОМОНа, но они окажутся на месте в лучшем случае утром, потому что этот пионерский лагерь находится в одной из соседних областей. В интересах следствия точное место пока не называют. Одного мальчика родители отправили в пионерский лагерь. Они сказали, что будут приезжать к нему по выходным. Но когда прошла неделя, никто к нему не приехал. И еще через неделю никто не приехал. На третью неделю он ждал, ждал. И вдруг увидел, что к лагерю подъехала красная машина без водителя. Мальчик сразу понял, что это за ним. Он открыл заднюю дверь, сел в машину, и она поехала сама, без водителя. И скоро въехала в лес. И там мальчик увидел своих родителей и старшую сестру. Все они стояли неподвижно между деревьями. И у всех у них была кровь и лошадиные головы вместо настоящих. У меня никогда не было сестры. И отца тоже никогда не было. Это не про тебя. Просто страшилка такая. Нет. Страшилки просто так не рассказывают. Я знаю. Это все потому, что я тогда не успел. Не успел сделать самое главное. Я не испугался. Я просто не успел. Я ждал. Невыносимо трудно ждать. Как этому мальчику? Теперь мне станет легко. Вот. Мне уже легко. Кто? Откройте, пожалуйста. Кто вы? Да не бойтесь, я друг.
Здрасте. Да. Хорошо вы, однако, спрятались. А вы кто? Мы нашли его кассеты. Он держал их в гараже. Даже не пытался прятать. Словно хотел, чтобы мы их нашли. Да, странно все это как-то. Даже в голове не укладывается. Все, кто его знал, говорили о нем только хорошее. Никому и в голову не могло прийти, что он мог устроить такое. А мы здесь при чем? Да есть одна проблема. Это, конечно, может прозвучать довольно-таки странно, тем более из моих уст. Но я читал его дневник, виделся с несколькими консультантами, и ты ведь был рядом с ним, когда он застрелился. Застрелился? Да, застрелился. В его машине была установлена скрытая камера. Он любил поболтать с собой и записывать на видео. Зачем, почему, не знаю. Мозги психопотемки. Я не понимаю, о чем вы говорите. Ну, я думаю, он получил по заслугам. Я никому не показывал эту кассету. Я только хочу предупредить вас. О чем? Вы в машине больше никого не видели? Нет. Скажите, вы верите в демонов? В кого? В демонов. Его. Вы видели? Ушел из этой банды первым.
ушел из этой банды первым? Кто ушел из этой банды первым? Кто ушел из этой банды? Кто ушел из этой банды? Кто ушел из этой банды? Ладно.